Представляете, ребята, треснуло, такой звук, такой хруст, как будто какая-то капсула или еще что-то треснуло. Короче говоря, ну это когда, помните, обещали мне еще с Питера выстрелить в голову, представляете себе. И вот я иду по буквочке Ю, вот здесь вот один там тренд есть, один есть возле Жастина, Флордика, ну это по спрегу. И вот здесь есть еще один Ю. Я там встречался с одной, ну, с дамочкой из центральных, как говорится, разведывательных. И вот из-за этого решили на нее все свалить. И когда я поднимался вверх, и афроамериканец спускался, мне в ухо влетела такая иголочка внутрь. Ну, выстрел был. Кровь была. Я даже фотографию сделал. Вот. Так что, ребят, вы меня некоторое время не трожите, а то они мне там в мозг какие-то цинамоны вливают этими капсулами. Ну, знаете, террористы.